Человек Адам — это от слова «эдаме» — подобен Творцу. Это некий тип постижения или этап? Нет. Нет. Говорится о сотворении человека. За счет будущего он называется подобным Творцу. Пока это еще не Адам, не человек. Ты можешь назвать младенца или зародыш, или каплю семени человеком? Нет. А в чем разница? Там все имеется. Там имеется все. Выжди годик, ты увидишь человека. Когда мы читаем об этом, когда я читаю «Адам, человек — это любой человек» или на определенном этапе с определенной точки человек, «Адам — это желание получать, которое получает форму, подобную Творцу». Форма отдачи в желании получать называется «Адам, человек».